Всем привет. Алло, алло. Опять он играет только. Ой, только смотрит он. Привет. Thank you.
Я как вышел, я не понимаю. Давайте вы заспавним тупо чат, тупо. Минус чат будет. Пишите все в чат. Только один человек смотрит. Достигли. Само у меня. Ну блин, еще люди. Вот. Коняк, 2К500, я не закончу стрим. Заходите вы все в эфир. Заходите. Быстрее сюда заходите. Сломал. Кто сейчас только на стрим зашел, всем привет. О, вода опустилась. Если вы хотите узнать, если вода опустилась, смотрите. Видите, вот здесь это, оно это, вся вода. Жестко опустилась вода. Так. О май. Опустилась. Не, я опустилась, не опустилась. Я отвечаю от этого еще чуть-чуть. Пушкин театр. Да. А чё они за машины все перевернули? А чё говорили? Блин. Моя точка, где прыгаю, и театр, здесь так много.
Не, интересно. Прикол. Прикол понятно. У меня 250 баксов. Я хочу вообще вот это прикольно. А не кого. Я с 5 сезона играю. Три минуты где-то назад вышло это Человек-паук видео. Все посмотрите где-то. Все заходите на стрим. А поем 2к500 пунктов. Минус 20, минус 20. Я хочу кататься по блоку. Я не могу найти свою блоку. Вот эту блоку уже. Я знаю. Знаете такую? Это там резко. Я вам сейчас прикол расскажу. Они самые, это топ блоки, отвечаю. Это Драдо, это вообще ебало. Драдо, это вообще ебало. Вот это лорка. Пожалуйста, не стоим в мою лорку. Смерти скидки убить, до смерти убили челика. Там из пистолета. Ну, никто не прыгнул. Вы издеваетесь, вы такие красавчики. Ноль чел. Здесь можно фул камень. Во, это имбоба лога. Кстати, здесь еще всегда и дроп. Понятно.
И камня где-то 300 можно добыть. Ну, 200. Там черепки. Заходите все на стрим. Один человек на стриме. В эфире, то есть. Все, один.
сейчас видели, как с этой помпой он чел такое положение проиграл. Ну, блин. Хочется по спидом. По спидом. Сейчас. Все равно я его не вижу. Я ушел. Все равно. Вы сейчас видели? А как вы думаете, это лодка? Понятно? Нафига под спидом? Я не могу найти. Я понял, знаете, что я понял? У тебя будет маленькая зона, до хрена будет людей. Ну или сейчас под конец. Вот сейчас будет до хрена людей убивать. Умирать сейчас. Или так я говорю. Остались такие профессионалы. Это безумие, никого не фатились. С кем не фатились? Кто побежит? Или кто-то на вертолете тупо сидит? Вот что я говорю, вот так крысить можно. Вот такие могут туда ходить. Даже не рашт мне. Да ну это эти боты. А я? Один человек до сих пор. Да кто это? Опять не так, что это туда? Уже 8. Мне кажется, десятка это. Кто не зашел на стрим? Я просто бегаю. Один чел зашел на стрим.
еще где? А, все. Эти маленькая зона 16 человек. И смотри, что я делаю. Вот это так. Смотрите, как нормально. Просто сижу. Нет, здесь до хрена построить стрим. Я лучше вот так обойду и воздух горит. И в дом сяду и буду сидеть. И в доме сидеть. Я не закрывал окна, потому что сейчас зону пойдет. Ой, 10 человек, такой зоне кайф. Мне кажется, 3 где-то вертолета уже где-то летает. И 2. Остальные все взорвались. Нормально, 20 поинтов и все. Ну, получается 40 поинтов. Поэтому... Зачем я апал это с... делал с 3.8? Делал с 3.8. Только один человек опять зашел. Сейчас скажу, на какие на прошлых стримах кто зашел. Сколько людей зашло. Ну сейчас сколько я смотрела. За все это время.
сейчас скажу. На прошлом стриме зашло 6 просмотров. Сейчас я смотрю. Ну, недавно смотрю. За все эти. За вчера. За один день они уже 5 просмотров. 6 просмотров охули. Ну, нормально. Класс даже. Один зритель. 2 коммента. Что за спавный чат? Всё никто не хочет. Да вообще, это вообще не гоба. Он тупо на рандом стрелял, мне вещил, снял. И... это... всё снял, тупо хана была. Тоже без шанса было. А ещё как дурак... место ещё выбрался, где вообще... прям... лестницу поставишь, она... это прям... земле поставить. Это же Fortnite. Надеюсь, не выпустят и союзницы не так. Вон человек смотрит. Ну это просто имбово, здесь столько людей. На какую-то локу дурацкую, самую далекую лока. Мне кажется, они специально сюда прыгают, что это быстрее ахнуть. Это просто подожди. Вы издеваетесь? 3 пестика? Понимаю. Вы что, издеваетесь? Показать сколько? Вот. Вот. Вот, смотрите, еще это. И сейчас, если с этого, я реваю, мне кажется. Посмотрите, сколько пустых. Сейчас, посмотрите, покажу. На нашей локе сейчас где-то встанут. Ну, согласен, что они мало. Согласитесь, что нет. А чё, у меня 9 хп? Так строить. Сзади кто-нибудь. Хочу помочь им. Может бананы выкинуть? И взять. Yeah.
Стой. Это что вообще пищит мне такие люди? Сидя... А, ну сейчас я точно так и сделаю. Сижу, жду. Тупо делаем готов. Где это? Где мои? А где? А вот. Искал джойстик. Мне топ 60 и все. Я сейчас такую луку куплю. Уже стрим идет 40 минут. Когда у меня будет в эфире много зрителей, ну максимум где-то 100, 2, 10, 5, ну, для меня много, для всех это, я запущу эту, не кастомку, ну как кастомку, только деньги не будут давать. Я вам скину пароль. Если вы, вы не сможете зайти в кастомку, прошу какой-то русский чел, и вы не можете в кастомку зайти, ставьте Европу. Все. Я прыгаю. Ладно, опять горный городок. Что-то прям, я думала, что вообще там ноль чел. Будет, смотрю. Сейчас мне опять что-то серию выпадет.
Как я выжил? Непонятно. Непонятно. Сейчас второй человек придет, я продолжу стрим и апну 3К. Заметил что-то. Я добился своего. Я наоборот рад, я тебе сейчас чел. Я покажу. Акула, пожалуйста, за мной не приведи.
почему я туда пришел? А, блин, мне 2К500 надо же, блин. Я думал, 2К. А, я этот стрим почти никогда, мне кажется, не закончу. Этот стрим уже 51 минута. Я специально ломаю, чтобы никто не пришел здесь. Вот этим чуваком, кто здесь сейчас отчитает его. Ощился. Моя задача была... Я уже две... Это сейчас будет завтра следующий стрим. За последний. А то за раз я, у меня будет где-то 1800, я за раз не смогу за один стрим. А платье я не киберспортсмен, как вот эти профессионалы. Ладно, всем пока.